Добрый день, мои уважаемые подписчики, а также все те, кто впервые зашел на мой канал. Меня зовут Ирина, и это мой ювелирный магазин Нефертити. Сегодня у нас очень-очень большая посылка. Пришла долгожданная наша Якутия. Якутское серебро от компании Сафа Дизайн. Сейчас мы будем это открывать. Девочки, тут в основном, конечно, ваши заказы, но что-то должно быть еще для свободной продажи. Поэтому, если вас заинтересовала цена, то добро пожаловать на нашу виртуальную витринку. Также принимаем заказы Viber, WhatsApp. Цены лучше сразу там не уточнять. Так, сейчас коробочку вытащим. Viber, WhatsApp. Есть у нас группа ВКонтакте, есть у нас группа в Одноклассниках, Instagram, Telegram и так далее. Цен, повторюсь, в закрытой коробочке цены не появляются. Вот пришла посылочка с завода. Сейчас я соображу, как это все открыть. Мы посмотрим прям новиночки и заказы. А цены лучше Viber, WhatsApp сразу оперативно. Если вам что-то приглянулось, сразу можно уточнить. Так, вот оно, наше беленькое якутское серебро. Очень красивая. Сейчас мы все это размотаем. Очень хорошо все упаковано всегда. Едет, потому что издалека, конечно, упаковочка всегда на высоте. Вот такой мешочек. Шикарный мешочек. Все, конечно, я не покажу, но давайте прям... Что будет попадаться. Повторюсь, заказы все должны быть здесь. То, что заказывали, то, что ждали. И что-то еще, может быть, всего новенького попридет. Так, якутское серебро. Все белое, белее белого. Оно без покрытий, без радирований, без чернений, без всего. Со временем на ком-то может желтеть, на ком-то может темнеть, на ком-то остается совершенно белым без изменений. Тут уже зависит от человека, как бы от того еще, где работает и так далее. Потому что серебро металл такой, что он очень хорошо вступает в соединение с кислородом, окисляется. И как раз вот это вот чернение, которое потемнение чуть-чуть появляется, это нормальное свойство чистого беленького серебра. Но якуты считают, что именно такое серебро защищает хорошо от злых духов, поэтому оно у них все в основном белое. Так, браслетик BT55, он идет безразмерный, полужесткий. Буду по артикулам. Вы, если что, запомнили артикул, напишите, я вам подскажу цену. Следующий браслетик BT60. Браслетики все в основном замки карабины и везде цепочки на увеличение, поэтому они практически все подходят на любую руку, что очень хорошо. Вот вижу просто сразу много браслетиков. Давайте их посмотрим. BT58-4. Если мы сейчас оперативно успеем все это на витринку выложить, то можно это сразу и заказывать. Всего должно быть много, видите, посылочка большая. Так, тоненький браслетик с цветочками сардана, все время забываю ударение, BT22. Очень нежненький. Серьги-цепочки, я смотрю, приехало очень много всяких ловцов снов, стерхов, волки. Как всегда, Якутия на высоте. BT83, ловец снов с волками. Под него должны быть и подвески, и серьги. Вот, будем сейчас все разбирать. Наконец-то все. Слейв браслеты. Да, девочки, приехало очень много слейвов. Не знаю, сколько успею показать сейчас в видео. Это простые на цепочках. Сейчас будут еще и с колечками. BSL-15. Очень классные. Они тоже с цепочками на увеличение и на любой размер. Крупный браслет слейв. Да, вот они. Это просто шикардос.
Вот такие красотульки, смотрите. Стерхи, стерхи. Здесь обереги идут на четыре стороны света. Это у нас браслет BSL6. Слейвов не было давно, они тоже на любой размер. Здесь колечки в основном все разъемные. То есть это подогнете вам на любой пальчик. И опять же браслеты с цепочками на увеличение все идут. Очень крутые слейвы. Хорошо бы, чтобы их нам побольше положили. Так, ваша любимая цепь. Кто заказывал, девочки, КЕ-109. Цепь-колье, она двусторонняя. Вот такими элементами. Тоже идет замочек. И цепочка, замочек-карабин и цепочка на увеличение. Здесь она 37-41. Она идет плотненько, к шее должна быть, как чокер. Чокер, ошейничек прям вот вокруг-вокруг. Очень крутая штучка. Так, подвески с оленятами. С оленями, с оленятами. Три штуки. Кто заказывал, девочки, напишите, напомните. КН-66-1. Это вот под те объемные браслетики. Сейчас попадутся, я вам покажу. Так, должно прийти еще много вот таких сережек, цепочек. Всяких разных, разной длины. Они идут длиной 5 сантиметров, либо 8. И швензочки разные. Вот такие цепочечки. SC2D5. D5 это длина 5 сантиметров. Если D8 это 8 сантиметров. Сразу сориентировать. КЕ-114, сразу артикул, колье, это шикарный олень, вот такой вот, потрясающее колье, длинное, с цепочками, регулируется от 45 до 55, через каждый получается 5 сантиметров, 45, 50, 55 длина, и плюсом вот такая красота. Все беленькое, все без радирования, чистейшее серебро. Разбирать я сегодня буду, да, чувствую всю ночь. Еще один слейв, сразу расстегнем. Он идет без кольца, надеваете вот через пальчик и перекрутила, наверное, да. Закрутила я браслетик. Вот так все это выглядит. Браслет обережный. Это BSL-14. Простой, без колечка. Просто цепочкой регулируйте. Опять же, цепочка на любой палец. Я показываю на среднем. Вы можете на любой палец накинуть. Хоть на указательный, хоть на безымянный. Так, подвесочка олень. Фокус. КНН-128. Вот такой олень в профиль. Это тоже под браслеты. И вот они, собственно, сейчас начнутся браслеты. Журавликами со стерхами. Так, это у нас БТ-70. Вот такая красота, если кто не видел. Подробненько можете еще предыдущее видео посмотреть. Они, видите, двойные. Здесь такая вставочка внизу. И сверху получается еще как оправа в картине. Шикарные браслеты. Так, шишки. Так, это у нас колье. Сейчас я его размотаю, конечно, но немножко запуталась. Получается две цепочки, сейчас я ее размотаю, вот такими вот шишечками. Это тоже под серьги такие были. КЕ-107-1, размер 40, регулируется дальше 45 и 53 размера в одном колье. Очень удобно. То есть летом можете носить на голую шейку покороче, а зимой вплоть до водолазки, чтобы надевать. Много тоже всяких подвесок должно приехать. КНН-20-1. С висюльками, под сережечки. Так,
Давайте, вот чоху пришли. Всякие разные. Кто ждал, кто заказывал. СЧ-3. Национальные якутские серьги, которые открываются спереди. Вот такая конструкция. И закрываем. Очень объемные, очень классные, очень красивые. Даже сзади, видите, у них все резное. И часто попадаются трансформеры. Сейчас, если попадется, я вам покажу. Так, всякие обереги у нас тут. Вот он, оберег на четыре стороны мира. Благословляет на процветание, здравствование, размножение. Это вот эта центральная часть. Она повторяется во многих украшениях. Артикул КН-12. Прям подряд смотрю, девочки, что есть. Что успею показать, пока пишется видео, пока хватит времени. Журавлики стерхи, малый браслет, малые диски. БТ-74. Почему говорю малый? Он, по-моему, то ли в трех, то ли в четырех вариантах по увеличению самих дисков. Вот такая красота обережная. БТ-58-2. Много-много оберегов вот этих. Цепочки на увеличение во всех браслетах. Они все универсальны на любую руку. Так, еще одни чоху. СЧ-58-1. Замочек расстегнулся. Так, вот олени. Мама олениха с оленятами. Браслетик. Подвесочка как раз под него была БТ-66-1. Шикарные вот эти браслеты. Всегда хит. С терхами, олени. Чего только не бывает. Так, БТ-23 обережный. Полностью из оберегов. Так, очень хочется докопаться до слоевов. Вот чуху шикарные. Вот трансформеры. Сейчас я их... Смотрите, какая красота. Это самый крупный, наверное, чуху. СЧ-1-1. Расстегивайте. Здесь крючочек внизу. Снимаете подвеску. И у вас можете носить просто отдельно такие серьги. Можете использовать подвеску, допустим, на других серьгах. Если вам надо одеть, вы аккуратненько. Сейчас побольше раздвинуть. Одеваете. И застегиваете. То есть в застегнутом состоянии она не упадет, не снимется. Конструкция не позволяет. Чтобы снять, обязательно расстегнуть. СЧ-1-1. Так, слейвы. Слейв-браслетики. Так, опять у нас стерхи. Застегнутый. Заодно, как говорится, и замочки проверим. Вот такой браслетик. БСЛ-7. Колечко тоже разъемное, раздвинете, как вам нужно на пальчик. Либо наоборот, подогнете поменьше. Подвесочки небольшие, бережные. КН-59-1 даже не буду доставать. Они у нас периодически все бывают. Разные вот подвесочки с олененком. КН-6. Малюськи, журавлики. Давайте журавлика посмотрим. Журавлика все под серьги просили. Вот такой журавлик КН-129. Так, еще обережная подвесочка. Оберег на четыре стороны мира. КН-20. Они небольшие, легенькие. Там цена у них в пределах, по-моему, 500-600 рублей у этих подвесок маленьких. Так, цепочки. Серьги-цепочки. Очень хорошо занижены замки. Это у нас артикул
SC3D 5 сантиметров длина цепочек. Так, колье перышки. Пришло сразу несколько. Ваши любимые девочки. Опять же, на увеличение. Вот такие перышки. КЕ-107. Длина от 40, 40, 45, 50. Все в одно регулируется. Так, волки. Ваших снов опять с волками. Теперь три волка. БТ-83-1 браслетики. Как всего? Ну, девочки, мы даже до половины еще не досмотрели. Столько всего. Вот такой браслет БТ-23-1. Все браслеты с цепочками. Подвесочки с оленем. КНН-27 с висюлечками. Так, обережные браслеты, тоже несколько штук. Опять же, ваши любимые чистые обереги, без всяких других каких-то дополнений. Чисто обережный браслет БТ-39. С цепочкой на увеличение, состоит весь из оберегов, вот три штучки. Браслетик БТ-57-2, тоже с оберегами. Полированная центральная часть. Цепочки с оленями. Вот под то колье шикарно будет. Смотрите, какая красота. Длинные олежки. Цепочки. Это у нас SC20D5. 5 сантиметров – это только цепи. Серьги гораздо длиннее. Так, оберег с лошадкой. КН-30. Вот такая красота. Все беленькое, все блестяще, все полировочки везде. Красота. Так, овальчики. Так, овальчики БТ-68. Шикарный тоже браслетик, классный. Сейчас модификации к нему, овальчики поменьше. Как пару можно носить на другой руке. БТ-72. Так, оберег классический большой. КН-26. Так, совсем большой. Так, это у нас кольца пошли. Обережные кольца, самые крупные. Вот эти вот большим диском. Очень классные. КО-47. Размеры разные. Очень крутое кольцо. В центре оберег. Легонькое, крупное. Размеры пока вижу 18 18 1/2 19, может сейчас еще попадется. Так, браслет слейф тоже с оберегами. Так, замочки проверим сразу. Вот такой нежненький, совсем легкий. БСЛ-18. Так, еще подвески всякие с висюлечками. КНН-41. Тоже под серьги. Серьги такие были. Вот это двойной браслетик под цепь БТ-79. Под цепь чокер.
Очень классный, плотный, толстенький. Это вообще шикарно всегда смотрится. Сразу их разбирают. Так, еще оберег. Да что ты, не хочет показываться. Волк, воющий на луну, КН-70. Так, крупный оберег, подвеска под кольцо. КН-13. Большой диск. Что-то тут интересненько углядела. Еще, наверное, один. А, этот со стерхами подвесочка. Тоже такая большая, крупная. КН-14. Шикарные диски. Представляете, на цепочку. Как раз на витрину, девочки, кому под подвески, на витрину выложили цепочки без покрытия. Как раз вот под эти подвесочки. Олень. КН-119. Двойной в оправе. Чуху. Всех, наверное, тут диаметров. С журавликами тоже, смотрите, крупный. Тоже снимается. Не буду уже показывать, не тянуть время. Тоже нижняя часть снимается. СН-1. Почему СН должны быть они СЧ-1? Прошу прощения, серьги чуху СЧ. Большие, крупные, шикарные серьги. Так, маленькие чуху. Маленькие чуху с цветочком сардана. И такими небольшими висюльками. СЧ-26. Полировка. Вот такой браслетик. Шикарный БТ-52. Очень классненько сделан. Звенья такие плотные, прям толстенькие, тяжелые. И цепочка на увеличение. Так, что-то тут каких-то журавликов мне хочется вытащить. Или перышки. Да, журавлик с перышками как раз. Вот такое колье. Длинный здесь оберег висит. На цепочке 3 перышка, колье, опять же, на все размеры, КЕ-103, от 45 до 55, это только внутренний, и плюсом еще, вот, смотрите, какое колье шикарно. Так, что-то вижу каучук, но он должен быть на заказ. Покажу, вдруг вам тоже потом захочется как-нибудь. Вот такое обережное колье. Каучук. Внизу две длинные висюльки каучуковые. И, собственно, каучуковая основа. ККН-29-1. От 50 до 54 сантиметров. И плюс висюльки. Это по заказу. Но вам, если надо, если понравилось кому, я тоже закажу. Так, вот такой у нас олень. КН-62-1. Хороший оберег, подвесочка. Цепочки, цепочки. Много цепочек. Они прийти должны. И разной длины. Разного формата. Вот такие цепочки. СЦ-5-Д-5. Две штучки. Так, что у нас? Браслет слейв. Так, закрыто. Сейчас. Вот с такой вот частью, с такой вставочкой. БСЛ-30. Тоже две штучки. Они прям легонькие. Их цена совсем недорогая. Там в районе 2500 они будут. Вот эти вот тоненькие с цепочками.
подвесочки кружевные резные КНН2. Подвесок много, я прям заказала, по-моему, все, что были по ассортименту. Волк КН70-1. Еще один оберег. Оберег, укрепляющий энергию и обеспечивающий физическую защиту. Вот такой вот. КН18. Журавлики, браслетик. Вот, пошли журавлики уже покрупнее. БТ-74-1. Журавлики-стерхи. Так, ну половину посмотрели. Идем дальше. Так, чуху. Чуху с подвесками, трансформеры. Здесь немножко по-другому снимается. Смотрите. Здесь стерхи. Сейчас, что у меня фокус не получается. Здесь стерхи, здесь подвеска стерхи. И на каждый из висюлечек тоже стерхи. Здесь расстегиваете и снимаете. Продвигаете через заднюю часть. Тоже остаются базовые серьги, если надо вам поменьше. Если вам надо покрупнее на вечер, на выход. Вот так вот все это одевается и застегиваете. Это у нас SC30. Тоже несколько штучек. Они достаточно популярные. Вот по несколько штучек есть. Совы. Кто спрашивал этих сов? Девочки, пишите. Они вот приехали и, судя по всему, одни. Заказать, конечно, еще закажем. Но пока совушки вот одни. SN132-3. Шишечками, кстати, колье с шишечками тоже сюда подходит. Так, чуху все в основном по несколько вариантов. Я думаю, нам на всех хватит. SC29, тоже одна из популярных моделек с цветочком. Легенькие. Они все легенькие-легенькие. Так, оберег маленький. Оберег маленький. Артикул КН-16. Малючка 1,24. В районе 500 рублей, по-моему. Если цена, конечно, Куся не подняла, то... Так, журавлики-стерхи. КН-64 артикул. Большие чоху. О, вот эти отличные, просто шикарные серьги тоже были. Уехали сразу к хозяйке. Сейчас сфокусируем. Очень классные. Эта часть нижняя тоже снимается. Остается базовая серьга крупная. SC33-1. Очень крутые они, девочки. Как они на ушах смотрятся, просто волшебно. Так, крупные диски с журавликами. БТ-76. Классная полировка, шикарно все. Все блестит, все беленькое. Так, опять же, ваши популярные любимые браслетики с несколькими дисками. БТ-57-4. Диски одного размера, крупные. Вот такой браслет. Вот такого, по-моему, не было у нас. БТ-57. Или давно не было. Прям шик. За что не возьмись, все произведение искусства. Умеют же ювелиры работать. Танцующие стерхи. Оберег. Обрети свою счастливую судьбу. КН-33-1. Для семейного счастья. Так. Чуху. Хит ваш SC5, девочки, как раз, наверное, ну, наверное, все по заказам разойдется. На них на все были заказы. Ну, напишите, я посмотрю, может быть, свободно еще будут. Их вот приехало 3 штучки. Ох ты, боже мой. А чуху все
лучше и лучше. Тоже трансформеры, нижняя часть снимается. СЧ, сейчас, секунду, СЧ-33. Так, еще одни стирхи. В солнышке. Опять же, на счастливую судьбу. КН-33. Красота. Так. Диски. Три диска. И плюс обереги. Браслетик. БТ-57-1. Чоху СЧ-28, тоже очень популярные, они небольшие, но на них очень классные стерхи, и вот здесь все узорчато. СЧ-28, 5 штучек. Так, еще журавлик у нас. Вот такое колье. Нежненько, просто журавлик, цепочки на увеличение здесь. КЕ-99 от 45 до 55 сантиметров. Несколько штучек, все одного размера. Журавлики в ассортименте пока. Так, цепочки покрупнее пошли, подлиннее. Сама цепь 8 сантиметров плюс еще швензочка. СЦ-2Д-8. Так, оберег, подвеска. КН-17. Ой, ну еще чуть-чуть осталось. Девочки, мы даже все посмотрим, наверное. Каждый пакетик. Сейчас я к себе поближе. Постараюсь открыть все, чтобы вы видели все, что пришло. Так, волки. Любимые волки тоже одни. Смотрите, какая красота. СН-150. Объемные волки, объемное изображение. Перышки, луна, как картинки. Так, обережный браслет. Из небольших оберегов. БТ-62. Очень красиво. Все нежненько, так ажурненько. Вот, кстати, под него сразу серьги. Под этот браслетик можно. Маленькие такие кнопочки. SN90. На английском замочке обереги. Так, вот такая вариация на тему дисков, браслетик. Чередуется с оберегами. БТ-57-3. Цену уточняйте, девочки, я сейчас посчитаю и все вам расскажу. Так, вот такие замечательные цепочки. Видите, немножко напоминает серьги-люстры. Объемные со всех сторон они получаются. СЦ-6Д5. Длина цепочек 5 сантиметров здесь. Так, маленький оберег еще один. Малюсечки подвесочки пошли. КН-16-2. Тоже, кстати, вот к серьгам, которые были сейчас СН-90. Можно сразу и комплектов насобирать. Малюсечка с цветочком, КН-59. Вот такой оберег. Сейчас найдем артикул нам. КН-16-1 с висюльками. Серьги-палочки. СН-52. Вот
такие с английским замком. Крупный чоху SC4. Тоже очень классные. Смотрите, все резные, крупные. SC4, чтобы вы потом знали, что спрашивать. Так, обережки. Еще стерх у нас. Каин-25. Большая такая таблеточка со стерхом. Так, что еще из интересного? Чуху с подвесками. Серьги с висюльками. SC2-1. Браслет. BT-67. Очень классно. Здесь много серебра. Он тяжеленький. Такая достаточно жесткая конструкция, как чешуйки накладываются. Так, еще чуху маленькие с цветочками, с висюльками. SC15. Так, браслет олениха с оленятами двойной. Тоже вот здесь как оправа, здесь есть место. Там нижняя подложечка и еще вот сверху артикул BT-66. Стерхи, средние диски BT-75. Чуху, серьги, танцующий журавлик стерх, два ряда подвесок, SC2. Что-то небольшое, да, оберег дарит изобилие, богатство, несметную живность, хранит ее, это КН-19, вот такая штучка. Цепочки. Тоже как люстрочки, смотрите. Только длиннее цепь. Здесь 8 сантиметров. SC6D8. Так, чуху. Ваши любимые. Так, здесь опять у нас трансформеры. Нижняя часть снимается. Журавлики, журавлики, журавлики. SC-17. Так, еще немножечко, еще чуть-чуть осталось. Девочки, смотрим, смотрим. Так, стерх, небольшая подвеска КН-64-1. Вот такой олень, тоже с подвесочками, КН-27-2. Все беленькое, красота, лепота. Так, вот, наконец-то, я думал, не положили. БТ-37, полужесткий браслет. Эта часть жесткая, это уже здесь гибкая с оберегами. Еще одна подвесочка. КН-80, диск полированный под браслетки. Так, и немножко чоху осталось у нас. Тоже все легонькие базовые трансформеры. Эта нижняя часть снимается. Это у нас SC-32.
ваши любимые, одни из любимых, поэтому много. Все, и заключительный, конечно же, чоху будут. Тоже одни из ходовых, СЧ6. Вот такие здесь стерхи идут. Крупные серьги без подвесок. СЧ6. Все, выдохнула. Все разобрали, показала каждый пакетик. Если заказа своего не увидели, значит, не приехала. Напишите, будем перезаказывать или нет. Остальным, девочки, по заказам сейчас распишу. Цены уточняйте. Вайбер, ватсап, группа ВКонтакте, Инстаграм, виртуальная витринка, ТикТок. Что у нас еще? Одноклассники. Все данные, все ссылочки внизу под видео вместе с номером телефона. Не забывайте подписываться на канал, чтобы вы не пропускали новые видео. Всем желаю приятного дня. Жду ваших комментариев по поводу распаковочки, конечно же. Как вам все понравилось? Всем спасибо, что смотрели. Пока-пока.